Гаджет и гаджетины. Дочь генерала. В эфире новости со всего мира, и я ведущий Боб Найтли. Сегодня произошло значительное событие. Все страны выразили желание предоставить последние образцы вооружений Международной организации по разоружению. Они будут храниться здесь, в неприступном хранилище. Арсенал всего мира будет находиться под охраной наших доблестных военных. Ура! Ура! Господин генерал, я рада вручить вам кодовый ключ от хранилища. Спасибо, мэм. Этот ключ будет охранять самый надежный из моих людей. Не будь таким самоуверенным, Бруно. Достань мне этот ключ. Считайте, что он уже ваш. Я умею обращаться со своими клиентами. Ты оставил одно пятнышко. О, простите. Эти медали, взятые на прокат, сделают меня солидным. Господин генерал назвал меня самым надежным из своих людей. Лузер! Да, господин генерал? У меня есть важное задание для вас и лейтенанта Гаджета. Да, господин генерал! Для меня и Гаджета? Сегодня состоится бал Международной организации по разоружению. Я не могу присутствовать там. У меня важная встреча за рубежом. Вы можете доверить охрану оружия мне? Что? Нет! Хранилище будет сторожить Гаджет! Ключ к нему находится в этом браслете. Проследите, чтобы Гаджет всегда имел его при себе. Как же? Вы замените меня на балу и присмотрите за моей дочуркой. Это понятно? Да, сэр. Лейтенант Гаджет прибыл по вашему указанию. Сэр. Вот это да. По-моему, это пожарная сигнализация. Пожарный шланг Гаджета. Огонь не должен распространиться на все здание. Полковник! Хорошо придумано, сэр, спрятаться в вентиляционной шахте, когда включилась пожарная сигнализация. Гаджет! Убирайся вон! Итак, пока ты будешь сторожить хранилище, я буду развлекаться на балу и присмотрю за дочуркой генерала. О чем я думал? Нет! Я буду сторожить хранилище, а ты... будешь нянчить дочку генерала. Правильно ли это, сэр? Генералу нужен настоящий военный на этом посту, а не глупый гражданский. Отличный план. Я очень люблю маленьких детей и готов это показать. Набор для младенца. А если нужно сменить подгузники, тут я эксперт. Устройство для смены подгузников. И не забудьте детскую присыпку. Позвольте мне, сэр. Алло, кабинет полковника Нозера. А он сейчас занят. Я хочу напомнить полковнику, что он записан на стрижку и укладку сегодня. Я ему передам. Полковник Назар слушает. Это был ваш парикмахер.
Он напоминал, что вы записаны на стрижку сегодня. Я ни с кем не договаривался. А жаль, вам не мешало бы постричься. Ведь сегодня бал. Позвольте мне. Ножницы гаджета. Сидит спокойно, сэр. Нет, я пойду в парикмахерскую. Надеюсь, мастер подровняет вам волосы. Вот это да. Браслет для генеральской дочки. Какой предусмотрительный у нас полковник. Отличная маскировка. Здравствуйте, мне звонили. Да-да, прошу за мной. Садитесь. Немного пострижем, подровняем и установим контрольный чип. Что вы сказали? Я сказал, что неплохо было бы завить волосы. Я рад, что вам нравится. Эй, а чаевые? У меня есть все, что нужно для маленькой дочки генерала. Разве ты не должен сегодня охранять военный склад, дядя Гаджет? Нет, Пенни, полковник решил, что он лучше подойдет для этой работы. А я не против и с удовольствием поиграю с дочкой генерала. Ну что ж, веселитесь. Присматривайте за дядей Гаджетом. Не волнуйся. Мы на службе. Пора ехать за генеральской дочкой. Но сначала детский дочка-мобиль Гаджета. Я сам выбирал шелковый палантин. Пора прощаться. Будьте осторожны! Мы скоро приедем, ребята. Приготовьтесь нянчить ребеночка. Нянчить ребеночка? Я только этим и занимаюсь. Теперь твоя очередь. Не могу. От влажности я могу заржаветь. Ребеночек всегда будет рад симпатичной игрушке. А? Здравствуйте, я Жанет, дочь генерала. Вот это да. Какой большой ребенок. А вы полковник Нозер? Нозер? Кто такой Нозер? Ах, да! То есть нет, я лейтенант Гаджет, к вашим услугам. Полковник Нозер поручил мне нянчить вас. Как вы видите, мне не нужна нянька. Но вы могли бы сопроводить меня на бал. Вот это да! Вот это да! Раз, два, раз, два, раз, два. Я могу гордиться собой. Я охраняю самое опасное оружие в мире. Раз, два, раз, два. Подумать только, генерал хотел доверить эту работу Гаджету. Добрый вечер, полковник Нозер. Как идут дела? Лучше, чем ты думаешь. Я ни секунды не сомневался в этом, сэр. Полковник, вы должны выбрать время и прийти на бал хотя бы ненадолго. С радостью, юная леди. Я так и сделаю. Мы опаздываем, сэр. До встречи. Пока. Какая милая девушка. Раз, два, раз, два. Это и есть дочка генерала! О, как здесь красиво! И как дорого! О, я чуть не забыл. Этот замечательный браслет как нельзя лучше подойдет к вашему платью. О, лейтенант! Вы подобрали ключ к моему сердцу. Давайте танцевать.
выходит бал? Ну, посмотри сама. Остановите его, пока он не ушиб кого-нибудь. Почему все ушибы всегда достаются нам? Знаменитый трюк гаджета. Вот что значит техника. Вы прекрасный танцор. Гаджет, я хотел сказать... Здравствуйте. Я должен извиниться за поведение лейтенанта Гаджета. Я выполнял сверхсекретное задание, но теперь вы можете не волноваться. Весь вечер я буду рядом с вами, очаровательная мисс Жанет. Но меня вполне устраивает лейтенант Гаджет. Это невозможно. Это размазня. Он отличный компаньон. Вот это да! Ой, работа официанта не такая простая. Пенни. Я уже здесь. Что-то не нравится мне эта вечеринка. Браво, замечательно. Видишь, все под контролем. Бруно. Я слушаю, доктор Кло. Я должен получить это оружие. Да, доктор Кло. Я сейчас включу контрольный чип. Найти ключ от хранилища. Какие у вас дурные манеры. Полковник решил убрать со столов. Надо помочь ему. Набор гаджета для уборки столов. Осторожно, полковник. Гаджет, что ты тут делаешь? Помогаю вам убирать со столов. Вы испачкались, сэр. Найди ключ. Здесь что-то не так. Диджит, Фиджит, присмотрите за дядей Гаджетом. А я пойду за полковником Нозером. Он как-то странно себя ведет. Найти ключ. У Нозера нет ключа? Где же он может быть? Какие чудесные косточки. Так и есть. Ключ у генеральской дочки. Вам говорили, что вы очень легко танцуете. Это благодаря моим антигравитационным ботинкам. С вашим другом все в порядке? Конечно. Мне кажется, что полковник решил отнести занавески в химчистку. Он такой чистюля. Бруно, останови этого придурка. Как он сможет забрать ключ у генеральской дочки? Пусть танцует с ней. А?
Танцуй со мной. Что? Сэр, можно один совет? Женщины любят вежливое обхождение. Лучше так. Добрый вечер. Можно пригласить вас на танец? Я не хочу танцевать с вами, я хочу танцевать с ним. Простите, сэр, но она хочет закончить этот танец со мной. Гаджет все испортит. Не волнуйтесь, доктор Кло, я заставлю Нойзера избавиться от гаджета. Это происки доктора Кло. Диджит, Диджит, отвечайте. Да, отлично, теперь моя очередь. Да, твоя. Приготовиться к метанию НЛМ. Что такое НЛМ? Неопознанная летающая меренга. Я же просила вас присмотреть за дядей Гаджетом. Все в порядке, он здесь. Доктор Кло контролирует поступки Нозера. Мы должны остановить его прежде, чем он заберет ключ у Жанет и уничтожит дядю Гаджета. Тогда лучше поспешить. Дядя Гаджет! Мой глаз! С вами все в порядке. Еще два мешка гравия, мистер Пифл. Это мой последний приказ. А? Отпустите меня! Отпустите! Попался! Как раз вовремя! Отпустите меня! Вызывающее поведение. Постойте! Я понял, что происходит. Отпустите полковника. Он всегда учил меня быть кавалером. Где можно проверить меня лучше, чем в танце? Отличная мысль, сэр. Эй! Ключ! Мой браслет! Эй! Дважды ха! Как это весело! Повторим еще раз! Нет! Да! Но это же вы подарили мне браслет! Ну, не волнуйтесь, я верну его! Ролики гаджета! А вот теперь догони меня! Лис? Есть! Отлично, Фиджет! Фиджет! Отличная игра, сэр! Проклятье! Какой ужас! Нет, нет! Теперь соревнование по карате. Отлично! Это несправедливо, сэр. У меня больше рук, чем у вас. Где я? Что со мной? Довольно! Давай сюда браслет, пока я не прикончил тебя. Отлично, сэр. Еще один злодей, которого нужно победить в бою. Я хочу испытать новый механизм на этом парне. Нет! Мне нужен ее браслет. Резиновые шарики гаджета. Ну все, с меня довольно. Ты можешь грубить мне, украсть мой браслет, но никто не смеет портить мое бальное платье. Ты хоть знаешь, сколько за него заплатил мой отец? Мне лучше арестовать тебя для твоей же безопасности. Знаешь, что бывает с теми, кто порвал бальное платье девушки? Отличная работа, лейтенант Гаджет. Спасибо, сэр. Бруно признался во всех своих злодействах и согласился заплатить за платье Жанет. А вас, Нозер, я посылаю на двойной срок на Северный полюс. За неподчинение приказам и за то, что вы испортили вечер моей девочке. Но... Ничего, папа. Я отлично провела время с лейтенантом Гаджетом.
Вот это да! Ой. Гаджет! Автор сюжета Жан Шалопин. Продюсер и режиссер Бруно Бьянки. Фильм озвучен телекомпанией РЕН-ТВ.